кто-нибудь. Как оставить одного ёмный? В покое, чтобы она не видела, что ты пьешь. Ага. Она же не должна все это знать. Да? Вы не должны ругаться, просто расслабься и спокойно с ней обращайся. Спокойно обращаться? Ну да, весь же эти же люди, мужики, с мамами хорошо обращаются. Да? А вы моя родная семья. Ага. Злые люди. Ничего этого. Папа, мама иногда папу не слушает. Пусть не слушает. Поэтому я ее ругаю чуть-чуть. Пусть не слушает папа. Она что, тебя бык, что ли? Нет. Вот тогда не мотай ее головой. А как ее оставить отдала в покое? Чтобы я, как ты сказала? Просто оставь в покое, расслабься и оставь. Нормально разговаривай и вот, так ты сможешь расслабиться. Понял, я же не знал, слушай. И не нужно куда-то мотаться головой, чтобы что-нибудь пить. Хорошо. Чтобы куда-нибудь уходить и там быть. Мама же знает, что ты что-то делаешь, знает. А что я делаю? Она все знает. А что я делаю? Мама, я все знает, она ни шутки не делает. Да? Так будут все хитрецы. Да, я же ничего не делаю. У твоих братьев тоже такие же животы, как у тебя. Да, у меня красивый живот. Как красивый? Вот так красивый, ты что, не знала? Пап, я же с майка оправилась. А? Я же с майка оправилась. Что сделала? Я же с майка оправилась, пап. Оправилась? Нет, Майка оправилась, я как подружка моя. Ага. Значит, ты мамина девочка, да? Не ты? Только мамина. А еще чья? Еще твоя. Еще моя. Если вы не хотите быть злыми людьми, тогда не ругайтесь. Просто оставь маму в покое. И вот так снова можешь наслаждаться спокойствием. Спасибо, дочь. Так и сделаю, папа. Хорошо? Ну ничего не пей. Хорошо. Водку не пей. Понял. Как ты скажешь, папа, так и сделаю. Только маму оставить. Хорошо. Не ругать. Пусть ее, сделает что-нибудь захочет. Она же тебе не слуга. А, хорошо, Адла, хорошо. А то? А кто слуга? Никто не будет ругать тебя, пап. Она же жена моя. Вот тогда не ругай. А, хорошо. Сейчас же семья добрая, чем вы. Чем хорошо. Вы же будете тоже добрыми, если не будете ругаться. Хорошо, папа тоже добрый буду, хорошо? Давайте поцелуй папу. Вы тоже станете добрыми. Ну да, вы тоже станете добрым, как весь город. Все, понял, дружище. А там много вершин горы, есть наша планета. Да? Да, там все живут на планете. Вот они живут на другой земле. А кто тебе отдал, сказал-то? На мультике видела. На планете все возможно. Понял. Если на другую приземлишься, а там ты всех увидишь. На ракете, да? Полететь туда. Если полетишь, там ты все увидишь, а обратно вернуться не сможешь. Полететь или остаться? Оставайся, а то ты не сможешь вернуться. Ты будешь скучать, да, обо мне? Да, а как ты вернешься, если дочка скучно будет? Хорошо, да. Ничего ей больше не купит. Папа, да, если не вернется? Да. Хорошо, папина, хорошо. Пап, повини не такую радугу, я тебе говорила, а маленькую радугу. Сейчас. И сильно.